Привет, друзья! Мы сейчас находимся в центре Севастополя, на Нахимовской площади. 5 числа сейчас проходит интенсивная подготовка к параду Великой Победы, одному из главных праздников всей России, одному из больших праздников Севастополя 9 мая. Сегодня город интенсивно готовится праздновать этот большой для всей России день. Уже монтируют сцену. Военные и днем, и ночью проходят маршем. Оттачивают шаг. Город украшается, преображается. И готовится. И вот прошло буквально еще 5 минут. Мы видим, подтянули оркестр. Подтянулись еще военные. Уже подтягивается народ, который будет принимать участие в праздничном параде, в праздничном марше. Надеюсь, сегодня я увижу малую часть репетиции и подготовки к параду. Ты головёрку не покладывай.